Одинцовские модницы, сластены и дачники найдут товары по душе на открывшейся в выставочном зале Экспо Одинцова ярмарке. Московские художники представили эксклюзивные сумки, кошельки, ключницы и косметички из натуральной кожи и рогожки. Стильные юбки, шарфы и блузы из хлопка, штапеля и вискозы приготовили одинцовские мастерицы. Из Костромы привезли льняные платья, кофты, брюки и шляпки. Из Рязани домашнюю одежду, ночные сорочки и пижамы. А из Москвы весенние брючные костюмы, модные ветровки и плащи. Для любителей сладкого чак-чак из Казани с натуральным медом, орехами и сгущенкой. Также представлен большой выбор садовых инструментов. Секаторы, тяпки, пилы, лопаты. А рассаду и саженцы дачники найдут на улице перед входом. Здесь и клубника с земляникой, и малина с абрикосом, и разнообразные цветы – пионы, лютики, бегонии. Ярмарка «Одинцовская весна» по адресу улицы Маршала Неделина 2 будет работать по 16 мая с 10 утра до 7 часов вечера, в заключительный день – до 16:00. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».